Здравствуйте, друзья! С вами дядя Юра. Наверное, многие удивятся, увидев вот это вот начало этого видео, поскольку это начало было в предыдущем. Но в предыдущем ролике оно было просто так, а теперь это видео как бы по делу. Ребят, дело в том, что одна фирма-производитель кормов подарила нам вкусняшки. Вот, я не буду рекламировать ее, потому что, чтобы рекламировать, нужно любить этот продукт. И меня просто попросили узнать, как вот мои животные на этот корм реагируют. Реагируют хорошо, нормально. Что еще хочу сказать? Наверное, сделаю отдельный ролик по кормам, по моему отношению к этим всем вкусняшкам, невкусняшкам. Но, ребята, не обольщайтесь, ничего нового я вам не скажу, вы все это знаете. Но, тем не менее, наверное, в следующем ролике я постараюсь это рассказать со своей колокольни. Ну, взгляд со своей колокольни всегда прикольно. Наверное, это все, что я хотел сказать сегодня. Ну, кроме как благодарности еще. Ребят, спасибо, что вы нас смотрите, топите в лайках, жмете на колокольчики. Это круто. Помогаете донатами, это вообще прекрасно. Все, удачи, дядя Юра, Ларочка, Дюшка и Шунька. Поехали! Дюша. Дюш, ты помнишь, что такое поводок? Принеси, Дюш, поводок. Принеси, там Ларочка тебя оставила. Неси, неси, поводок, Дюш. Это на чем тебе должны водить? Неси, Дюш. Неси, неси. Дюша. Хрюнь. Неси поводок. Бери поводок. Крюш, ты поводок-то принесешь или нет, а? Дюш, неси поводок, говорю. Давай, бегом, Дюш. Поводок, да. Крюша. Хватай. Неси. Ой, ты молодчина, пошли. Пойдем. Заслужил. Что ты, Дюшенька? Включай. А я включила. Да выключай. Снова включи. Все, на ручку пали, Хрюш. Хрюня. Хрюнька. Ой. Отгрызем мне ручки. Вау!
сюда немножко. Крюди. Ну, вот сейчас вот видно. А сейчас нет. Такой полноса. А сейчас видно. Сходи в Ларочке лучше помоги. Лариска, тебе помощь идет. А что он мне хочет помогать? Не знаю. Он тебе лучше поможет. Ну ты зайка. Хрюш, сходи в холодильник. Не, холодильник. Хрюш, наверху на холодильнике там Шунькина еда. Стой, куда? Стой. Стой, Дюша, стой! Не надо, разобьешь все банки. Дюш, во. Стой, Дюша! Все, неси. Ларочки. Дюш, Ларочки. Спасибо. А, и че? Будем кормить потом. Шунь, он спустится. Дюш. Ларочки. Ларисе. Разбрасываете. Мы самый большой выбираем. Спасибо. Да, зайка. Шуня. Где же Шуня? Шунь. Шунь. Ну. Сейчас идешь появится. Ну, он уже. Ну, слышу топот. Ну что, ребят, приперлись-то? Лар, ты тебе что-то обещала? Нет. Шуня! Шунь даже мотор запустил. Я вот отсюда слышу, стрясает аж пол. Шуня! Ларис, скажи им что-нибудь. Нет. Шунь! Все, ребята. Резание, правда, матку, что ничего не получится.
Юша, Шуня, хватит же, ёлки-палки. Шуня! Дюша. Чего? Да я думал, он миску принесет, там он. Не, пошел куда-то. Ну что мне-то, Юш? Я занята, он Юре дает. Юш! Юра, а что ты не берешь-то? Я снимаю. Ну ты же видишь, я занята. Что это такое? Это еда. Ну, куда его? Бюшка, ты мог? Жоп, конечно. Забирай, Дюша, огурец. Неси его на улицу. Неси его. Молодец. Мне не надо, Дюш. Куси его. Да забирай, забирай, дайте его скидку. Что ты, Дюш, тоже поедешь? Потому что у них еда закончилась. Так что мы едем за едой. Не в магазин, а в этот. На почту. Нам корм прислали. Дюш, кажись, красавица.